Ну что, столик наш стоит, который мы в прошлом году поставили совместно с Митрич Гараж каналом. Кто-то даже третью лавочку построил здесь. Видовка абсолютно чистая, за исключением вот бутылку кто-то в костровище, видимо, не успел сжечь. А так абсолютно чистая видовка. Единственный момент, очень ветрено. Сейчас подутих ветер, но, возможно, сейчас опять начнется. Здравствуйте, дорогие друзья. Извиняюсь в очередной раз, что надолго пропадаю. Уважительные причины: пожароопасный период весенний, часто снимать не могу. Но в мае запланировано несколько выходов в тайгу, и в конце мая, либо начало июня, запланировал серьезный сплав. Поэтому посмотрим. Насчет выхода в тайгу съемки будут, но насчет сплава не уверен, потому что хочу успеть купить GoPro, который с креплением на голову. Зеркалку с собой брать не буду, потому что там все время весло будет в руках и смысла в зеркалке нет. Вот, но об этом чуть подробнее расскажу после просмотра того, что я задумал. Да, значит, на протяжении года, а то и чуть больше, копил для вас неудачные кадры со своих съемок. Какие-то фейлы, неудачные моменты с текстом и так далее. В общем, там есть несколько ржачных моментов, есть для кого-то, возможно, не очень смешные будут моменты. Но, тем не менее, решил контент разнообразить таким сборником. Поэтому заваривайте чайку, кофейку, но без печенек, потому что могут вылететь в случае чего. Все, друзья, желаю приятного просмотра, и в конце еще несколько новостюшек вам расскажу. Сейчас пойду применим. Что там это такое, блин? А? Ну что-то за сопля тут такая. Эх, блин. Чудище мохноногое. Ну ёп. Здравствуйте, дорогие друзья. Ну что, мы с Русланом выбрались наконец в лес на строительство землянки. И у нас сегодня в планах попилить доски из кедровой доски. Попилить доски из кедровой доски. Японский городовой. Нихера, вот это хруст. Миш, я еще не приготовил. Ну, видать, сушеная какая-то. О, надеюсь, там сосна стояла. Надеюсь, она. О. Главное, на кол не сесть, а камера это уже вторичная. Ее пошел купил, а вот другую это уже не купишь. Фу, перекреститься, по-моему, надо. Гребаная смола, блин. Я вот сколько раз я вот говорил, что какая-то разжевывается, какая-то нет. Вот у меня именно, блин, перед съемкой, блин, именно попалась та смола, которая не разжевалась. Сейчас по зубам вся, елки-палки. Сейчас, друзья, будет, ну, прямо скажем, немного, наверное, такой рекламный видос, но муха гребаная. Вот, и место тут просто, ну, просто до утра. Вот, выехали с Константином и в удобстве при использовании. Вот, ну, нужно сначала ознакомиться. Приехали с Константином Ядреневичем, блин. Фу, елки-палки. Константин Ядреневич, блин. Ой, дурдом.
тысяч. 200 тысяч. Все, спел? Да. Хорошая была песня. Конечно. Заметно прохладнее стало, он даже тут. И как это сейчас понимать? Вот так мне что ли снимать? Что за штатив гребаный купил? А кстати, вот, кстати, ты как раз распилил вот он этот момент. Видишь, значок Mercedes. Черненький он. Видишь? Вижу. Вот. Это на какую глубину получается он зашел, что ли, этот? Червячок. Да, Игорёк. Чего? Значок Mercedes. Не, ну лупатый-то вещь. На 3,2 который. Есть кто? А? Есть тут кто-нибудь? Нет тут никого. А кто это говорит-то? Эхо, ёпты. Ну да. То есть, короче, это, друзья, на практике уже будем испытывать. И то есть уже... Гриб застрял. Хрюшка, он моего положил в этот раз. А он помеченный был? Не-не, а там это вот. Котя, вот туда вот, смотри, в кастрюлю. Ой. Ну даже вот смотри, вот, вот видишь лицо у него. Вот ага, он, все понятно. Он на Константина Андреевича просто очень похож. Ага. Глаза такие же добрые и голодные. Самое главное, голодные. Да. Камеру нельзя забывать. О, кайф. Возможно, сохраните себе жизнь, а то и здоровье. А то и жизнь. Правильно, здоровье важнее жизни. ДТП. А вот так, с меня шоколадка за мою камеру, блин. Дружище, спасибо, спас. Я, по-моему, шпина прошла. Давай, вылазь. Аккуратно. Подожди, стой. Ты ничего там, нормально здесь? Свою камеру можно не жалеть. Блин. Как так? Вроде не быстро. Ой. Живой нет. Сдохну сегодня вечером. Там перчатка осталась. Вова она лежит. И камеру спас. Как ощущение? Взгляд, конечно. Нормально. Собак. На, Игорёха, поснимай. О, след соболька. След соболя прошел. Это след Игорька. Ой, крупнее животное. И тоже иногда парнокопытное бывает. Ну, ёпта. И считай, мы весь день мечтали о, блин, о горячем чае. Но тут, когда он начал закипать, он нам нахрен стал не нужен, да? Потом съемки, чайнички какие-то вторые. Ну да, ночная речка. Речка их ночная. Речка вонючая. Ну не вонючка уж, правда, что ты прям начинаешь ты. Ты что? Хрень нести-то. Ты что там снимал все? Конечно.
Все. Злой дядька. Это пойдет в смешные моменты. Доброе утро, друзья. Последний день у нас сегодня. Выбираться будем. Да. Снег, снежок, белая метелица. Че, фокусировки нету, да? Плохо вообще. Так, ну что, рассказать хоть, какой план у нас на этот выход? Да зачем? Все-таки 4 дня, зачем? Да, ладно, выключаю это. Еще надо фотки это поделать. Ну поделаешь, иди на фотоохоту. Ну, надеюсь, друзья, сборничек вам понравился. Наверняка в моменте, где я упал, поржали хорошенько, да? Ну, вот такой сборничек. Обязательно пишите в комментариях, может быть, чем-то еще дополнить ту или иную рубрику, чтобы их публиковать, скажем, вот когда такие месяца неактивных съемок, скажем так. Ну, что-то как-то разбавлять контент, в общем, надо. А то простое эти мне самому, если честно, не нравится. Значит, ну давайте, по поводу новостюшек, по поводу соцсетей выскажу свое мнение. Значит, для себя определился однозначно, что сейчас вместо Инстаграма у меня появился канал в Телеграм. Все то же самое, фотки, какие-то видео, мысли, комментарии, там люди общаются, в общем, ну, активно веду, в общем, Телеграм. Во-вторых, оживил свою давнейшую группу ВКонтакте. Также называется Игорь Лесник. Переименовал. И она существует еще задолго до появления канала «Лесная охрана». Это для тех, кто помнит. Канал «Лесная охрана» только потом переименовалась в Игорь Лесник. Вот. И эта группа существовала задолго еще, вообще до моих съемок, поэтому. Оживил, тоже там публикую, и руководство контакта довольно активно поддерживает, то есть авторов контента. Я не стал исключением, и, значит, настроил там и спонсорство, там ВК Донатс, уже несколько человек подписаны на платную подписочку, и для них эксклюзивные записи публикую. Но, значит, какие привилегии? Я деньги эти себе никогда не присваивал. То есть, ну, на себя, на какие-то свои нужды, ну, никогда не брал с пожертвований именно от подписчиков. То есть, эти деньги, кто будет жертвовать, пожертвования какие-то, спонсорство и платную подписку, значит, эти деньги сейчас мы копим на экшн-камеру. GoPro, ну, 10-ю на данный момент, с налобным креплением, там, с дополнительными аккумуляторами, в общем, цена там какая-то адекватная указана, но она прыгает, друзья, в зависимости там от доллара, сами понимаете, то есть каждый раз менять ее я не могу, то есть я там 50 тысяч поставил, плюс-минус, когда накоплю, в зависимости, сколько она будет стоить, ну, сразу закрою спонсорство это. Вот, а так... Буду рад, если кто-то окажет содействие, так скажем. GoPro замечательная штука. Она маленькая, ее можно брать уже будет куда угодно. То есть, опять муха гребаная какая-то. Ее можно брать куда угодно. То есть, на тот же сплав я ее смогу уже взять и с вами поделиться. Зеркалку и все оборудование, которое там весом уже больше 5 килограмм у меня там. Объективы, штатив, пауэрбанки, зарядки, провода, фонарики и так далее. Более 5 килограмм весит. И снимать на зеркалку не получится, так как река будет сложная. И весь день у меня будет весло в руке. Поэтому GoPro идеальный вариант. Что-то разошелся я, да, попрошайничать. Ну ладно, сейчас можно. Сейчас можно попрошайничать. Сейчас все это делают, поэтому... будем, как говорится, в тренде это находиться. В общем, вот такие моменты.
И эти люди, кстати, которые платную подписку оформили ВКонтакте, в группе у меня, они автоматически будут участвовать в розыгрышах нового формата у меня вот на канале. Ну, в Ютубе или на случай, если Ютуб закроется, в других там, в Дзене, на Рутубе, там, мы найдем, в общем, где свидеться с вами. Автоматически вот они тоже будут участниками розыгрышей. Розыгрыши будут отличные, там и турбопечку, ножи, и хорошие ножи и так далее буду, в общем, разыгрывать. Ну вот такие, друзья, новостюшки. Разумеется, у меня там Яндекс.Дзен есть, Рутуб создал канал, значит, кто хочет заново пройти вместе со мной этот путь, в общем, начиная со старых видео, я их перемонтирую и публикую на Рутуб. Подписывайтесь. Вот. Ну, в общем, желаю всем крепкого сибирского здоровья. Будем прощаться. Берегите своих детей, берегите близких, себя берегите. Всем мирного неба над головой и под ногами тоже мира вам желаю. Вот. До свидания. До скорых встреч. Давай посидим, подождем сейчас, пока ветер кончится. Все? Все, тихо. Паузу. Паузу ставлю. Ну, и дрить твою налево. Ужасы. Ужасы.